«Красные гвоздики» и военные песни. В поселке Заречье прошел памятный митинг, посвященный 81-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. 5 и 6 декабря 1941 года войска Красной армии на Калининском, Северо-Западном и Западном фронтах начали первую мощную контратаку. В акции приняли участие депутаты Мособлдумы Лариса Лазутина и Дмитрий Голубков, одинцовские депутаты-единороссы, а также местные жители и школьники. Мы вспоминаем ту великую битву, которая послужила поворотом в ходе Великой Отечественной войны, когда ценой неимоверных усилий враг был отброшен от Москвы и гнали его до самого Берлина. Ребята из Зареченской школы также выступили на митинге, посвященном этому памятному событию, и прочитали военные стихотворения. Здесь пути перекрестились ото всех шести морей. Здесь великие учились верить родине своей. Расширяясь, возрастая, вся в дворцах и вся в садах, ты стоишь, Москва святая, на семи своих холмах. Память героев Великой Отечественной, которые пали в боях за Родину, все участники патриотической акции почтили минуты молчания. Митинг прошел в рамках реализации партийного проекта «Историческая память». Екатерина Крамер, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцова».